Здравствуйте. Хочу показать вам клубнику. Вернее, земклунику купчиха. Вышла собрать немного. Наверное, не успею, дождь начинается. Посмотрите, какая она обильная. Ягод море. У нее интересная форма. Смотрите, как пальчики. Каждая ягода с каким-нибудь выкрутасом. Вот, допустим. Ну, это, можно сказать, даже обычное для нее. Вот такой носик. Я вкуснее ягоды не пробовала. Лист у нее крупный. Куст высокий. Вот. И вот интересные. Купчиха очень вкусная. Ягода сладкая. Не нужно даже сахаром ее посыпать. Некоторые не любят же кислое. Я очень довольна этим сортом. Правда, очень-очень. Вкуснятина. Вот после нее никакая клубника уже не интересна. Вот, смотрите. Ну, последующие ягоды уже, конечно, будут чуть поменьше. Это вот ее первые крупные такие вот. Но все равно она очень вкусная. Ой, начинается дождь. Надо бежать. Вот, что успела собрать. Небольшое тут количество. Но смотрите, какая ягода. Она толстенькая. Вообще обалденная. Вот кто любит клубнику, рекомендую. Сорт земклуника купчиха. Попробуйте, очень вкусно. Заведите себе сорт. Не пожалеете.